Друзья, всем привет! С вами компания Династия. Сами все вы прекрасно понимаете, то, что сейчас близится Новый год, и меня начинают одолевать это подарками. Всем нужны подарки для своих любимых, родных. Все начинают писать, написывать. Так, давайте, знаете, как сделаем? Я сниму все одним кадром, все, что вот сейчас есть в наличии. Опять проведу небольшую выставку, да, вот то, что накопилось. Отправка будет исключительно в день заказа. По поводу тех, кто хочет заказать, вы переходите по ссылке на сайте, заказывайте. По срокам изготовления сейчас долго. Ребят, тут, понимаете, ну нереально сделать столько количества ножей за столь короткий срок. Поэтому я вам по бюджету подобрал все позиции по вашим просьбам, как вы просили. Я так понимаю, сейчас охота, и всем надо охотничьи вот эти вот ножи, там, бобр, вот все спрашивают меня, грибников, финки. Так, я сейчас камеру, значит, переворачиваю на выставку ножей, и, как всегда, кому что понравилось, делайте скрин или название, пишите менеджеру, номер телефона я оставлю под видео, и отправляем в день заказа. Так, ребят, идем. Вот наша выставка такая будет. Вот эта выставка. Давайте, начну я, значит, с рыбацких ножей. Нож осетр. Сталь булат, рукояточка черный граб. Имеет вот такую вот пилу. Пила абсолютно рабочая. Сразу хочу пояснить то, что все ножи будут заточены. Заточены до бритвенного состояния. Цена данного ножа... Давайте, значит, я буду вам говорить со скидками. Цена данного ножа 8000 рублей. Идем далее. Нож рыбацкий, сталь 95Х18. Рукояточка орех. Цена вопроса данного ножа 3200 рублей. На некоторые ножи скидка будет очень маленькой, потому что сейчас, в данный момент, без скидок тут просто, блин, ажиотаж. Я хочу сделать для вас все равно лучше. Я... Подбираю по бюджету. Знаю, что какая ситуация в стране, и сейчас надо как-то всех удивлять. Так, нож, вот давайте, нож бобр. Сталь кованая Х12МФ. Цена вопроса данного ножа 4300 рублей. Нож рабочий. Все просили там рабочих ножей. Все они рабочие. Есть вот такой вот скиннерок из дамасской стали. Тоже делал на заказ. Есть вот один небольшой ножичек. Ну, вообще прям такой малыш. Исключительно тоже рабочий. Цена вопроса 4200 рублей. Далее идем. Нож бобр. Сталь булат. Это шикарный нож. Это нож, который будет работать. И рукояточка не будет скользить. И в то же время это красота, это изящность. Это вообще шик. А вот этот вот ножичек будет стоить 9000 рублей. Вот эти вот два ножа бобра. Вот они, бобры. Сталь S390. Сталюга просто бомбическая. Она хорошо режет. На излом вот так вот не надо только делать. Резать она будет хорошо, рабочие ножи, абсолютно рабочие. Вот это вот рукоять береста, здесь стабилизированная карельская береза, вставочка кориан. Ребят, я не могу их продавать очень дешево. Это ножи стоят 20 тысяч рублей. Ножи, вот этот вот будет стоить 19, вот этот будет стоить 20 тысяч рублей. Ножи дорогие за счет, сразу говорю, за счет курса евро, за счет стали. Не привязывайтесь ко мне с этим вопросом, почему они так дорого стоят и все такое. Они стоят этих денег, поверьте мне. Идем далее. Нож Сахалин, делал тоже на заказ. Есть такой вот еще один в наличии. Нож сталь порошковая М390. Сталь вполне нормальная и пойдет она на охоту. Что хочу сказать, значит, по поводу, там задавали вопросы, ржавеет ли сталь М390. Ребят, она является как бы не ржавеющей, но хрому в ней все равно, за счет высокого содержания углерода, больше, чем в Элмаксе, она имеет свойство покрываться питингом таким небольшим. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы это случилось. Если только вот так воткнуть в землю и оставить там дня на 2-3. Да, забыл сказать. Модель Сахалин, цена вопроса 13 500 рублей. Вот шикарный ножичек.
Многие из вас знают эту модель. Модель называется Куница. Спуски прямые, подвод 0.3, сталь порошковая Элмакс. Вот эта сталюга не ржавеет. Вполне подойдет как на охоту, так на рыбалку. Да и просто для души вот, да, автомобиль положить. Теплая рукоятка берестяная. Здесь идет полностью стяжка, резьба скручена. Цена вопроса 8500. Финочка. Просили финки. Вот есть такая финочка, сделали. Такая вот ручка бочонком. Если там что-то неправильно, кто-то сейчас будет говорить, сделано. Ребят, это я делаю, я учусь. И знаете, мне лично нравится, как и ручка, как и все. У каждого своя мастерская, каждый делает по-своему. Здесь вот такой вот небольшой упорчик, такая рукоять. Толщина обуха идет 3,5, сталь К110. А цена вопроса 5500 рублей. Один из любимых моделей — нож Бекас. Сталь кованая Х12МФ. Полировка в зеркало. Подвод 0.4. Рукоять стабилизированная карельская береза. 5500. А? Ну как вам? Вот. Ну, на рыбалочку, да, сходить? Или на природу? Нож Охотник. Сталь Х12МФ. Ножичек тонкий, 2,4 толщина, рукоятка венги, береста, стяжечка такая. Нож рабочий. Дорогие ножи я сюда уже не выкладываю, меня, наверное, сожрут там маги или там эти, я не знаю, волшебники там мне уже пишут, заколдую и все такое. Ну и бредятину всякие комментарии. Господи, аж стыдно прям читать. Так, нож Куница, сталь 95Х18, орех береста. Сталь кованая. Цена вопроса 3300 рублей. Из алмазки вот есть такой вот ножичек. Цена 5000 рублей. Нож Охотник. Сейчас я вам покажу. Ой. Опа, извиняюсь. Вот таких вот 4 ножичка. Сталь 95Х18. Цена любого ножа стоит 2900 рублей. 2900. Все, убираем. Вот хороший нож для тех, кто занимается рыбалкой. Кто любит разделывать рыбу на мостике или там просто, да, шкерить рыбу, готовить. Нож Варан. Он не толстый, толщина обуха 2,6. Нож абсолютно рабочий. Такая вот ручечка у него сделана таким бочоночком. Сталь Булат. Цена будет 8,5. Также вот этот же нож оберег есть из Дамаска. Он будет идти со скидкой. Цена вопроса 4500 рублей. Скидка вот за это вот. Фаска здесь так маленько гуляет. Нож оберег Х12МФ. А здесь вот сразу говорю вам всем, ребят, если гуляет вот эта фаска, когда ножи со следами ковки, в этом ничего страшного нет, потому что эта взрезка идет по ковке. Такая вот сборка. Твердость 61 единица. Рукоять венге. Такой вот ножичек. 4500. Да, нож Куницу, которую мы делали на заказ, вот она есть, из стали 95Х18. Рукоятка микарта, мозаичные пины, колебки. Цена вопроса 4500. Ребят, я не могу его дешевле отдавать. Цельный нож с микартой, он, это все стоит денег. Нож Грибник, сталь кованая Х12МФ. То же самое, микарта, мозаичные пины. 5500. И вот есть такой вот туристический универсальный ножичек. Всем тоже, кто любит готовить на природе или еще там где-либо. Вот модель, как леший. Очень удобный рабочий нож. Тоже 5500.
Ну, кому понравились какая-либо модель, прошу писать на WhatsApp, телефон будет под этим видео. Пишите, бронируйте, отправим в день заказа. Так, вот эти вот сейчас я вам покажу еще. Оп. Все, что смог, все выложил на стол. Новогодние праздники начались. Все, ребят, спасибо за внимание. Заказывайте.